Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Yet a Friend. Для этого переходим на мой личный сайт, так что ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд, и в принципе можете выходить с него. А далее заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит. Либо SAR, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, SAR без ключ-системы. Сегодня в ролике буду использовать Splash. А дальше, после того, как скачали чит, в поиске пишем Yet a Friend, нажимаем поиск. И на данный момент есть два скрипта. А сразу скажу то, что второй по счету работает не очень корректно, не очень хорошо. А первый по счету я вот сегодня добавил его, проверил, он намного лучше работает, чем второй. Так что в ролике сегодня буду показывать первый по счету скрипт. А, значит, чтобы его получить, нажимаем скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. А, заходим в настройки чита. И обязательно проверяем, чтобы у вас была включена функция Fix Kick Error. А, потому что если у вас эта функция будет выключена, скорее всего, с большой вероятностью вас кикнет с игры. А если кик произойдет, то в игру вы сможете зайти только через час. Так что обязательно ее включаем. И также буду использовать DLL от Cornel. А, честно, на VRDevs не проверял, может быть тоже скрипт будет работать. А если вы пользуетесь им, можете проверить. Но точно не знаю. Также напомню то, что Cornel используется с ключ-системой. Далее возвращаемся обратно, вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Ключ у меня не просит, потому что я уже сегодня его получал. Ключ нужно получать раз в день. Все, дальше, значит, все, что остается, это нажать на кнопочку Xcode. Нажимаем, и вот появляется скрипт. Так, ну давайте, в принципе, начнем сразу с первой функции. А хотя уже не успею, раунд заканчивается. Окей. Ладно, тогда чуть попозже покажу, когда раунд начнется. А, значит, есть телепорт. То есть мы можем телепортироваться на любую локацию. Ну, допустим, Portals. Выбираем, включаем телепорт. И почему-то не телепортирует. Странно. Так, допустим, давайте выберем что... Старт-арена, но, скорее всего, мы здесь сейчас находимся, вот, лидерборды, включаем, и не телепортирует. Довольно странный телепорт, еще не понимаю, для чего он предназначен. Давайте Walls выберем, посмотрим. Почему-то не тпхает, окей, ладно. А, тогда идем к следующей функции, это автостатс, то есть это сила. Включаем эту функцию, и, как видите, автоматические звезды, которые есть... На карте, то есть сила, она ко мне автоматически прибавляется, собирается. И эта функция работает четко. А также есть функция автореберст. Но на реберст у меня не хватает, естественно, показать не смогу. А также автооткрытие яиц. Но давайте сначала покажу, как работает автобросок. А значит, включаем функцию автотхров. Вроде так это считается. Подходим сюда и смотрим. То есть, как видите, за меня автоматически персонаж начинает бросать мой скин, и тем самым прибавляется автоматически, получается, вот эта энергия. И все отлично работает. Четко. А, так, давайте теперь проверим автооткрытие яйца. А, на какое яйцо мне вообще хватает? Вот за 75 получается, даже за 250. Так, как оно называется? Фликт. Окей, а, значит, ищем здесь это яйцо, это название. Вот я нашел, выбрал. А, чуть-чуть подальше отходим, чтобы проверить, работает на расстоянии автооткрытие или нет. И включаем эту функцию. Так, на расстоянии эта функция не работает, но у меня тпхает к яйцу, и, как видите, автооткрытие происходит. Отлично. А, мне выпало 2 пэта, можно и ходить сразу. Давайте заново
включим автотроф и проверим, насколько дальше я стану бросать свой скин. Так, небольшой баг, как я понимаю, произошел. Да, сейчас все отлично. И да, намного дальше я стал кидать своего персонажа. И теперь мне больше энергии за это прибавляют. Все четко. Так, выключаем эту функцию. А также есть функция EQ Best. Это, скорее всего, автоодевание питомцев самых лучших. То есть мы их снимаем, включаем эту функцию. И, как видите, да, питомцы оделись. Отлично. Выключаем ее. И также есть функция Craft All. Эта функция нужна тоже для питомцев, чтобы автоматически их крафтить. Но показать я не смогу, потому что у меня много питомцев нету. И если сейчас их выбивать, это будет 2 года. Так что я думаю, эта функция с автокрафтом тоже работает. В принципе, вы ее проверите без меня. Вот. Ну, у меня на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Всем удачи и пока!